Это видео было снято в спальных районах Петербурга. В течение нескольких недель в преддверии саммита Большой Двадцатки сотрудники ярославского ОМОНа обеспечивали безопасность в северной столице. Вместе с коллегами из Питера они накрыли два нелегальных пункта приема цветмета и несколько незаконных автозаправок. Кроме этого, в ходе спецоперации было выявлено несколько десятков нелегальных эмигрантов. По подозрению в совершении преступления доставлено 10 граждан в отделение полиции и около 50 человек доставлено за нарушение миграционного законодательства. Главной задачей оставалось обеспечение безопасности участников Большой Двадцатки. К счастью, все обошлось. И наша задача была исключить любые, скажем так, инциденты, чрезвычайные происшествия. За проделанную работу наши ОМОНовцы получили высокую оценку питерского ГУВД. На днях отряд вернулся домой в Ярославль. Александр Лисицын, место происшествия. Потрепи за ушкой.